Здравствуйте, я Алексей Вербицкий, вы смотрите «Деловые новости». Федеральные отраслевые эксперты начинают подводить итоги уходящего года. Так, рынок промышленных металлов переживает спад, сравнимый с кризисом 2008-2009 годов. Исходя из внешних экономических факторов, мировой лидер производства никеля и палладия, металлургическая компания «Норильский никель» презентовала обновленную стратегию развития на ближайшие годы. 2013 год для горнодобытчиков и металлургов выдался крайне тяжелым. Цены на многие ресурсы опустились до уровня себестоимости добычи, а по ряду позиций, например, на алюминий, упали еще сильнее. Среди причин эксперты называют охлаждение экономики Китая, основного потребителя алюминия, никеля и меди. Сползание цен на металлы на ведущих зарубежных биржах до крайне низких уровней обусловлено снижением темпов роста экономики и возникшим как результат кризисом перепроизводства. Естественно, сложившаяся негативная ситуация вынуждает российские металлургические компании урезать расходы, замораживать производство и распродавать активы. Принимаемым крупным бизнесом стратегическим решением приковано внимание краевых властей. Опасения за судьбу края понятны. Региональный бюджет находится в крайне сложном положении из-за рекордного дефицита. Налоги на урникеля в казне составляют почти треть. Конечно, роль и значение для региона компании трудно переоценить. По многим показателям она является сегодня первой, важнейшим, крупнейшим, скажем, если мы говорим про компанию как налогоплательщик, то это налогоплательщик номер один в Красноярском крае по объему налоговых платежей. Это самый крупный работодатель сегодня на территории Красноярского края. В целом положение горно-металлургической компании «Норильский никель» аналитики оценивают как кризисоустойчивое. Ведущие позиции на мировых рынках металлов, лучшая сырьевая база в отрасли, высокая рентабельность на всем макроэкономическом цикле, устойчивый портфель инвестиционных проектов. Приход в компанию нового менеджмента и смена стратегии оказались своевременным ответом на замедление мировой экономики. Новая стратегия «Норильского никеля», принятая компанией в октябре этого года, окончательно оставила в прошлом инвестиционные излишества и широкие жесты по наращиванию производства. Новый план «Норникеля» – это отказ от вертикальной интеграции, концентрация на первоклассных горных активах в России и развитие геолого-разведочных работ как отдельного эффективного бизнеса. Особое место в стратегии отводится заполярному филиалу компании. Акцент на развитии своего важнейшего актива, расположенного в Норильском промышленном районе, не случайен. Здесь самая высокая рентабельность бизнеса – больше 40%, и самые богатые месторождения металла в мире. Компания планирует существенно увеличить объемы геологоразведки на этой мыре и вложить средства в модернизацию всех производств, а также завершить строительство рудников. Значит, инвестиционное направление – это в первую очередь экологические наши проекты. Это, значит, проекты серные по улавливанию диоксида серы на медном заводе, на Надеждинском заводе. Это огромные инвестиции в реконструкцию Талнахской фабрики. Это, значит, отдельные инвестиции в реконструкцию медного завода. Это инвестиции и завершение всех проектов по реконструкции Надеждинского завода. Кроме того, в ближайшие 5 лет «Норникель» планирует минимальный рост выпуска металлов, стабильно сдержанные вложения в 2 миллиарда долларов ежегодно и постепенный выход из зарубежных и непрофильных активов. Возврат капитала станет основным критерием отбора инвестпроектов. Стратегия предполагает, что к 2015 году все производственные активы компании должны соответствовать критериям первоклассных. Эксперты считают, что принятое решение управленческой команды, направленное на оптимизацию затрат и повышение эффективности управления основными активами «Норникеля», позволит компании обеспечить выполнение стратегических задач, а также социальных и бюджетных обязательств.